Начало года – традиционная исходная точка для воплощения новых планов. Строились они и в сфере жилищно-коммунального хозяйства. Теперь места, куда граждане вносят отходы, имеют совсем другой вид. Ну, с 1 января у нас начал вывозить мусор региональный оператор на территории Ленинского муниципального района. Установлены были бачки серого цвета, синие контейнеры поставлены для чистого мусора. Действительно, не ради цветового разнообразия, а для разделения разного мусора установлены разные по цвету контейнеры. Несмотря на то, что на них указано, для чего каждый предназначен, существуют нюансы. Один контейнер синего цвета, туда жители складывают чистый пластик, чистый металл, чистое стекло, чистый картон и бумагу. Все остальное – это грязный мусор. Все идет в серые контейнера, либо в мусоропровод, у кого он есть. На пункте сбора мусора у дома номер 82 по улице Школьной, увы, знакомая картина. Рядом с новыми контейнерами – беспорядок. Мешки со строительным мусором, автомобильные покрышки – все то, что жители обязаны утилизировать самостоятельно. Тем не менее, многие граждане уже пытаются соблюдать новые правила. Синий контейнер забит под завязку. Или почаще надо менять, или вторую поставить. Да, потому что нас много берут люди, я смотрю, в магазинах много берут воды. Такая ситуация почти повсеместная. И для того, чтобы ее изменить, тоже следует несколько поменять свои привычки. Контейнеры с грязным мусором вывозятся ежедневно. Контейнер с чистым мусором вывозится только два раза в неделю. Но, как видим, он уже полностью забит. Это все потому, что, когда выбрасываешь пластиковую бутылку, нужно использовать определенную хитрость. Выпустить весь воздух и затем закрыть крышку. Тогда и места в контейнере будет намного больше. Вторая причина, что синих контейнеров не хватает, то, что граждане пока еще не до конца разобрались, что не всякий пластик, стекло, бумагу или металл следует сбрасывать в него. Многие бросают канистры из-под масла растительного, да, бутылки, либо канистры из-под масла машинного. Это грязный мусор, в серые контейнера. Коробки из-под торта, это тоже грязный, то есть жирные грязные коробки, пластик, он не идет. Салфетки, средства гигиены, они идут в грязный мусор. В дальнейшем мусор будет перерабатываться раздельно на специализированных комплексах. Теперь бумага, металл, пластик и стекло не останутся на свалке, а вернутся в производство. А это прямая польза для экологии. Ну, я думаю, это привьется вот эта вот система правильно. Не будут мусорить, не будут, все будут складывать. Вот я вышла, я выброшу, конечно, сюда. Увы, но пока не все настроены так же. В одном из дворов мы увидели вот такую неприглядную картину. Людям просто лень нести мусор до контейнеров. Какой уж тут раздельный сбор. Тут впору о культуре вопрос поднимать. А потому региональному оператору по жалобам жильцов приходится и эти импровизированные свалки убирать. Не все жители носят нас на площадке мусорные. Вот они вот просто сбросили здесь и все. И что, вот каждый день выезжаете сюда? Вот как вызывает наш региональный, вот приезжаем. То есть, ну, как я понимаю, довольно часто? Да, да. Каждый день. Судя по подобному отношению некоторых жителей к своим дворам, привыкать к нововведениям нам придется долго. Идея хорошая, потому что Европа уже давно перешла на раздельный сбор мусора. И самая главная проблема, я думаю, в нашем городе будет в том, чтобы приучить, объяснить жителям, как пользоваться этими нововведениями. Ну и на ваш взгляд, сейчас пока вот первые дни получается у людей, нет? Я думаю, что пока нет. Если у вас возникли вопросы, связанные с вывозом мусора, звоните региональному оператору по телефону +7 499 444 01 73. Максим Козлов, Егор Хлябич, Ольга Садовская. Видное ТВ.